Всем привет, ребят! Ну что, сегодня на Китайке, как всегда, топовые акции. Я уже говорил, рынок каждый раз обновляют. Вот такие у нас плюшечки, это, по-моему, за найм героев или смену талантов, честно говоря, не знаю. Но, как всегда, топово. Давайте сейчас попробуем, скорее всего, что за найм героев. Сделаем смену. Да, вот за найм. Ну-ка, еще разок за ЗПшки. Да, видите, считает. Что-то по 2, не могу понять почему. Ладно. В общем, такая вот акция. Можно собирать по чуть-чуть некроса. В принципе, топовые плюшки. Как видите, есть возможность это делать. Так. Что по базару сегодня у нас? Ну, тут первые, вторые такие себе, но по сравнению с русским неплохие награды. Седьмые продают, на английском уже продают восьмые эмблемки. Думаю, скоро это дойдет и до китайки. Русскому я не знаю, к сожалению, но я надеюсь, что тоже дойдет. Скин Асурика у нас сегодня продают. Порочный пак, священный огонь, рвение. 300 книг, ну и самое топовое это вот это, расколы начали продавать, слизни, ну в общем так, значки почета и топовые сумочки, ну это пак с Пухименом. Так, сейчас я заберу это все, но это еще не все, вот так вот, ребят, еще дополнительно дают 5 камней, 50 по 50 рун таланта каждого вида, как видите. Это уже у нас дополнительно, там я забирал некоторые пушки, потому что не вмещалось в сундучок. В общем, вот как-то так. Забираем это, поехали дальше. Самое интересное вот здесь. Посмотрите, какие плюшки дают на китайке. Дают уже огника возможность выиграть, некроса дают. У нас на русском, к сожалению, этого нет, и я не думаю, что это скоро будет. Ну и кучу итемов других, в принципе, рогатка есть, раскол, дар, карточки, сумочки питомцев, ну куча расходников, но самое основное, что есть два топовых героя, скажем так, топовых донатных. Поехали, попробуем что-то вытащить, если получится, конечно же. Так, коробочка. Так, ну, бум. Огнекрыла мешки дали, неплохо. Интересно, за сколько тут огника можно вытащить. Я думаю, тоже, как и у нас на русском, очень, очень сложно это будет сделать. Самое главное, что дают красные кристаллы, камни, точнее, на девятку. Так, ну, всего лишь первые сундуки. Так, 30, давайте так сделаем. Ну, в принципе, получше, чем на русском, однозначно. Поехали дальше. Еще две попыточки у нас будет, даже три. Руки чар и тыдых, льдышку дали, еще две попытки. Самое основное здесь начали давать значки почета, в принципе, КГшки, все остальное уже есть, слизни тоже дают. Ну, не второй. Надо все, бьем в центральный сундучок, точнее яйцо, пробуем вытащить. Может повезет.
Смертушку дали. Не хотят они давать нам огнекрыла и на краса. Так, окей. Тут, в принципе, все. С этим разобрались. Смотрим, что у нас еще получилось. Так, у нас, походу, места не хватает. Так понял, да, на сундуке места не хватает. Так, вот столько расходников. Не хватает нам места. Так. Придется что-то попродавать, пооткрывать. Вот 38. Уже у нас эмблемок. Почти на 4 героя накопили. Так, забрали мы сундучки. Поехали дальше по акциям пробежимся. Что у нас тут сегодня за акции есть? Акция накопления, вообще баназа. Отлично, сейчас посмотрим, что тут дают. И она длится аж до 25 числа, ребят. Это кайф. Помню, раньше отсюда эти слизни золотые были. Сейчас их реально немедленно. Ну, здесь как и на английском, надо обычных питомцев, чем побольше. Здесь хоть и питомцев дают тоже неплохо, но... С обычными, конечно, не такое раздолье, как на английском сервере. Так, водушка. СО. Неплохо, неплохо. Так, и ремка. Ой, потом доберем. Так, поехали дальше. Что тут у нас следующее? Нету у нас вчерашней офигенной акции. Так, яйца. Ух ты, 73 попытки, что ли? Ничего себе, а что здесь падает? Какие-то, походу, осколки героев, скорее всего. Сейчас посмотрим. Интересно, интересно. Томцев дают. А не, Рину осколки вижу, 30. Ну, так вот, так, сейчас посмотрим. Так, опять у меня-то места не хватает. Ладно, поехали. Потом будем разбираться. Посмотрим, какая тут удача на китайке. В яйцах. Ну, что-то многовато дали яиц. Возможно, у них уже распродажи начались. Так, обычные расходники. Еще 20. Непонятно, в общем, что тут дают. Но я думаю, какая-то акция мега. Тут у них, смотрите, 50. Что это? Непонятно. Скорее всего, что значки почета. Хотя я сомневаюсь. Первый левел, скорее всего, эмблемы. Давайте уже все заберем, посмотрим, что у нас тут за герои. Или есть тут вообще герои? Ну, по идее, должны быть, если есть осколки. Ну, неплохая идея с осколками, кстати, отсюда. Думаю, для многих донатов это получше, чем у нас на русском падает. Китайка сейчас тоже набирает обороты, конечно, по сравнению с тем, что было до обновы. Хотя они начали уже до обновы нормально бомбить акции. Ну и сейчас тоже просто жесть творится. Прокачать кик на английском здесь труда аккаунт. Уже не составляет.
чуть-чуть будем выходить в топ. Тут попроще, чем на английском, потому что тут нету их же каких-то донатов. 530 силы, в принципе, там, по-моему, максимально, или 531. Смотрители здесь тоже не особо часто камни продавали, поэтому здесь быстрее мы выйдем в топ. Думаю, к выходным топ-10 уже заскочим. Так. Последнее, идем смотреть, что мы там наловили. Интересно очень. Судя по всему, куча расходников каких-то, скорее всего, значков почета. 50-80 тысяч, да, значки почета давали, в принципе, неплохо дают. Так, а что мы тут имеем? Вольта, Некроса, осколки. Ну, такое себе. Честно говоря, не особо. Такс. Поехали дальше. Так, это, наверное, это на какую-то смену. Акция. Так, это на покупку дают. Так, и осталось у нас еще одна-две. А, это наша вчерашняя акция, где можно натащить смертушки. Так, не буду я ее, наверное, тащить, а потом доиграю. Пойдем сейчас лучше клюшки пооткрываем. Так, что у нас тут далее? Понятно все. Так, окей. Давайте пооткрываем. Место посвобождаем. Места нам надо будет много. Так, перейти. Закачиваем Асурика. Здесь, в принципе, уже тоже несколько. Так, Махатмы не хватает. Тесса вообще только один. Ну так, тут уже по мелочи. Так, окей. С этим разобрались. Зеленые. Так, здесь судьба вся уже прокачана. Красных у нас кристаллов не хватает, кстати. 14 новых талантов. Это жесть, конечно. Так, открываем. Сундуки, 10 рун, 10 камней. Можно было, в принципе, не открывать сундуки третьего уровня. Так, это жилы третьи, психощиты. Хорошая была акция, кстати, на психощиты. Надо будет тоже восьмерочку докачать. Такс. Пользовать. Нам, по-моему, нам нужно эмблемки паковать. Так, коробочку. 10к кулаков нам дали. Ну, поехали. Два камня, видите, все-таки два камня хотя бы вытащили. Огонь. Три новых таланта, я не знаю, там может больше было только что. Ну, в принципе, у нас уже есть на 4 героя. Черепа я вчера сделал на US-ке. Да, 40 штук уже. Вот так вот. Тайка по чуть-чуть, по чуть-чуть. Тоже. Здесь больше всего героев. Даже на основе столько нет. И на английском. Так, что у нас еще есть? Яйца пока не буду эти трогать. Вторые можно пооткрывать.
подокачивать героям. В общем, вот так вот, ребят, в принципе, по чуть-чуть, что там у нас уже почти 460 будет, думаю, к завтра докачаем, будем двигаться на 470, так, чтобы к выходным у нас уже где-то было 480, каждый день я так планирую по 10к добавлять, чтобы не особо там париться, некуда спешить, можно, в принципе, поделать эволюцию, там, за пару часов можно 10к поднять, налегке, можно за день 50к качать, но это сидеть надо очень долго, и это очень утомляет, судя по английскому, что у меня там было, тайка немножко по-другому качается, так, это что у нас еще есть, пятое, угу. Одиночные, так, давайте сделаем вот так вот. 10 ремочек. Четверки, тройки, что у нас? Делаем троек. Блинку. Двойки. Ну, первые тут, конечно. Не знаю, есть смысл, нету смысла вот это вот маяться. Вот неплохо было бы огненку наловить. Так, а что у меня по шестым? Можно сделать одну семерку. Семеркам можно будет и ремочкой заняться. Жог, конечно, желательно бы максимально сделать. Ну, в принципе, вот так вот. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Как обычно, лайки, репостики. Видосик участвует, как и все остальные конкурсы. Ждите дальше прокачки. Всем удачи, всем пока.